Царь Петр резко выделялся среди окружающих. Его рост составлял 204 сантиметра, почти на полметра больше среднего мужского роста того времени. Телосложение непропорциональное. Длинные руки с крупными кистями, маленькая ступня 38 размера, узкие плечи 48 сантиметров, маленькая голова. Черты лица правильные, но в моменты сильного волнения искажались судорогой, нервный тик, последствия детских потрясений.